знаешь, постой-ка ты, пожалуй, здесь. Лишний раз заставать, я что-то там собирать. Сколько тут нужно? Подожди. А взломать? Травмпункт. Ага, походу по этим... По сюжетке, да, потом надо будет. Угу, да-да-да-да-да. Беспалевно, дружище. Так, пошли-ка. Поехал. Сканируй. Пистолеты. Мне сюда надо. Как туда попасть? Нет пропуска. Серьезно? Сюда поставлю, чтобы тут и тут смотрел. Кабинеты директоров. Все нормально. Травмпункт. Опа. Как раз, отлично. Так. Знаешь, чисто на проверку. Почта. Так. Угу. С годами потребуется помощь. Добровольцы возбуждены. Сильнее обычно утром. Единственный угрожал, чё? Проломить мне череп, если я не разрешу ему размять ноги. Ага. Вот новый код же, 6422. Так. 6422. Сука, турель. Код замка на двери в ваш кабинет 0451. 0451, да? Понял, а как вот это вообще нормально, да, живется? Без света. Сука, мимика, нет? Нет, без мимика, смотри-ка. Колонка, нихера себе. Подожди, включить. Мозг заиграл, нормально. Ну вот, ну поспокойнее же, ну. Сразу же прям спокойнее стало. Че, подожди. Тут бумажка какая-то была. Не работает состояние данные. Вот. О переезде Беллами. Перенесите как можно скорее оставшиеся коробки в мой новый кабинет в отделе нейромодов. Вот. Добрый день. Отлично. Угу. Коробки, говоришь, да, тебе перенести. Ну, а держи свои коробки. Держи. Да это тоже можешь забрать. Да и это забирай. Тоже возьми. И это захвати. И это не забудь. Нет ничего интересного. На этом мы уже читали, да? Да. Интересного ничего нету. Ладно. Откуда он появился? Мимик труп. Нормально. Банан. Ты чё, дружище? Не признал, что ли? Так, введите пароль. Джеймсон Чанг. Записка. О май гад, хот босс. Так. Электронная почта. Новый код от замка. Хорошо. Так, Джейсон.
Ремонтник сломал кодовый замок от моего кабинета. Приказал им выставить на нем комбинацию 0451. Ну да, все правильно. Я задержусь в лаборатории симуляции, так что если что-то понадобится, бери. Это от Моргана Ю, то есть от меня. Джеймисону Чангу. Так. Терминала. Ага. Изучить. 0451. Так, хорошо. Все. Так, 0451. Так, одну турельку я сразу с собой возьму. Нахрен надо, правильно? Рисковать. С возвращением. Это Спасибо. место уже 3 года является вашим домом. Три Видео года. доступно на вашем терминале. Хера себе. Колонка. Первый отрывок из книги доктора Джей Ви Эдварда. Так, компьютер. Ни хреново, я так тут живу, да? Богатенько. Сейф. Набор для улучшения оружия. Ага. Смотри-ка. Получается, мать, отец, брат и я, да? Я слышу. Сейчас. Нейромода. Нейромод. 3 штуки сразу дали. Ни хера себе. Богато. Так, это уже считали. Что такое? Старт. Фабрикатор. Типа создавать можно. Сколько тут всего? Так. Не убираю ключи только из-за того, что, ну, типа, блин, хрен знает, может небезопасно. Даже тут может быть небезопасно. Там у нас что? Ничего. Так, давай, сейчас опустошим. Статическая материя. Так, ну-ка. Переместить хлам. Вот. Гипс-пушка, вот это что такое? Коробка с патронами. Подожди. Еда. Так, это что у нас? Восстанавливает 5 и 4 пси. Восстанавливает 5 здоровья, 5 здоровья. Да, вот это вот, чтобы не мешалось. Доброе утро, Талас. Завтра подается в кафе до 9 часов. Сырьем. Так, супер. Ну что, давай смотреть. Пропуск еще один. Ага, телеконференция. Я достал схему, которую вы заказывали. Она в вашем сейфе, Джеймсон. Ага. Парон. Пароль. Почта. Вы выбрались. Конец сообщения. Я до сих пор не понимаю, что случилось. Я не думаю об этом. Но у нас нет причин не соблюдать приличий. Сегодня в холле. Мне показалось, что ты меня даже не видишь. Если ты за что-то сердишься, давай поговорим об этом. Не делай вид, что мы незнакомы. Это ни к чему. Нам еще работать вместе. Кейт. Кейт. Катерина Илюшина. Ага. Надо запомнить. А кто это такая? Интересно. Морган, по вашей просьбе записи журнала вашего терминала будут автоматически присылаться к вам в апартаменты в помещениях персонала. Так, ваш заказ на аппаратный отправлен. Сообщайте о получении. Если что-то не так, я исправлю. Окей, все хорошо. Так, тут было назад. Подожди. Вот, функции. Прости меня, Морган. Привет, Морган. Это видео для зеркала. Должно все прояснить. Убедись, что рядом никого нет, прежде чем смотреть его. Ремонт зеркала. Воспроизведение видео на главном экране.
Галя, блин. Ну херово, да, у вас такой экранчик? Нормально, нормально так. Привет, Морган. Ну и денек. Здорово. Уже сам с собой говорю. Так. Память у тебя как решето, знаю. Этот кабинет памяти? Прости, память? Это навсегда. Код. Первое. 5-1-5. Январь заслуживает доверия. 5-1-5-0. Это оператор. Что-то вроде нашей резервной копии. Угу. Помнит все за тебя. Так. Мы тестировали новый нейромод на основе тифона. Преобразовывали их паттерны в наши. Угу. Дело в том, что удаление нейромода стирает память до момента, когда его вставили. Угу. Поэтому ты не помнишь. По идее, есть способ привести тебя в чувство между тестами. Но кто-то мог забить и сделать один день всей твоей жизнью. Угу. Вот. Именно так и сделал Алекс. Только брат. Вот. Зачем? Вот именно зачем. Тебе не понравится, что я скажу. Что? Погоди, 51... 51-50, правильно? Блин, какой там пароль был? Связь прервана. Я думал, что нашел все эти чертовы записи. Извини, но я не могу дать тебе их прослушать. Сначала я должен тебе все объяснить. А пока просто... Черт возьми, мне пора, сиди тихо. Пожалуйста. Братик, ну в смысле? Опа. Извините, Морган. Алекс отрезал нас от серверов зеркала. Нужно импровизировать. Советую обыскать мастерскую доктора Кальвина в аппаратной лаборатории. Он изобрел зеркало. Возможно, там вам удастся восстановить подключение к серверу. А я пока поищу другие способы помочь вам. Удачи. Okay. Давай. Так, слушай, погоди, нейромоды, да, у меня тут были? Чипы, тут нет ничего. А, подожди, это не то. Так, во, нейромода. Инженер. Ученый. У меня 3 нейромода. Отлично. Ага. Да, птички повышаются. Так, ускорение ускоренный метаболизм. Пища лечит вас вдвое эффективнее, а эффект сытности длится вдвое дольше. Так. Это хорошо. Че говорил, мне тут нужно прокачать? Ваш уровень здоровья нет. Знаете, замедляет время вокруг себя. Ваши действия расходят на 50 меньше выносливости. Воу. Хрена себе. Скрытность. Ваши враги дольше не замечают вас, когда вы крадетесь или ползете. Ага. Вот это, да, мне нужно было? Или, подожди, вот это четко. Исследователь повышает эффективность утилизации на 20%. Нет. Нет. Вот этот получается. Раз. А, тут 2 нейромода требуется. Угу. Ваши атаки наносят на 125% больше урона, а действия не расходуют выносливость. Привет. Вот это надо качать 100%. Вот это что такое? Разборка. Вы не можете разбирать имеющиеся у вас предметы на запчасти и собирать... Че? А, вы можете разбирать имеющиеся у вас предметы на запчасти и собирать запчасти уничтоженных операторов. Круто. Так, боевая концентрация. Угу. Окей. Новая аудиозапись. Вы идете? Иду куда? Октавия, вы слышали тревогу? Мы все должны собраться. Слушайте, очень мило, что вы обо мне беспокоитесь. Но тревоги у нас уже бывали. А мне до конца смены нужно починить еще 3 чертовых пылесоса. Ох, уже 4. Кто-то скинул еще один. Эти штуки просто хлам. Это не учение, Октавия. Высылаю код. Пожалуйста, немедленно идите к капсулам. Так, а у меня теперь есть, получается... Да. Теперь я могу зайти сюда.
Здравствуйте. Травмпункт. Так. Ладно. Угу. Чё? Браслет-маячок. Угу. Кулер. Это что там такое? Ёб твою мать. Просто... Просто нахрен отсюда. Где там, говоришь, у меня турелька вторая? Ну-ка, пойдем. У тебя есть, так сказать, работа одна хорошая. Угу. Ты нужен своей стране. Кто бы что там ни говорил, а это начинает мне уже не совсем нравиться. Так, давай вот, нет. Вот так тут, да. Во. Давай, прям в тифончика. Чего? Ну вас нахрен. Видел? Ты видел это, нет? Он взял просто за 2000 снес турель. Да он меня одной левой уложит. Я не знаю, что он там собрался делать. Ну нормально, да. Круто играем. Подожди, а что это такое? Боевая концентрация, пси. Вы входите в состояние боевой концентрации на 10 секунд, замедляя время вокруг себя, ваши действия расходят на 50% меньше выносливости. Так. А как это использовать? Серьезно? Их тут двое, мать вашу! ГГВП, понятно. Нахрен отсюда. Походу, мне сюда еще рано. А, так. Поехали сюда. Боевые основы используйте. Так, боевые окружающие предметы. Ага. На каждого врага. Угу. Окей. Ну да. Сколько? Трое? Давай. Мать вашу, да вы серьезно, ну. Подожди-ка. Раз, два. Ага. Минус второй. Третий где? Где третий утырок? Ну, привет. Так. Серьезно, блин, я думал, тут два оружия реально валяется. Отлично. С пистолетом всегда поспокойнее как-то. Чувствуешь себя как-то уверенно. Враги уже не так сильно напрягают. Курок сигары. Так. Нет, чё? Вроде нет. Так. А, все, все, я понял. Угу. Ну, привет. Так, сейчас, подожди-ка. У меня тут было что-то, то, что восстанавливает пси-энергию. Что это у нас такое тут было?
5 здоровья восстанавливает. Давай вот так тут сделаем. Коробка, так, органы. Такие браслеты. Служба безопасности выдает вам всем сотрудникам Транстар и добровольцам. Стало 5 здоровья. Нет. Избавляет от страха. Вообще погнали, Изю. Упаковка. Вот, и 4 пси-энергии. Отлично, поехали. Ты только одну бутылку шампанского выпил, ни хрена себе. Че, смелый все стал, да? А мне не страшно. Я шампанского хлебнул. Правильно, да? Мне не страшно. Поломка. Чуть ты сломался. Здрасте. Че я туплю? Ну-ка. Вот и отлично. Что такое? Аппаратная лаборатория. Да не, мне кажется, рано пока. Секунду. Отлично, поехали дальше. Супер. Где там, говоришь, эти там двое были? Утырков. Покажи дяденьки, которые тебя обижали, сынок. Вон они, мама, мама. Подожди-ка. В смысле, что это такое? Доброе утро, Талос. Наш штатный психолог доктор Коль предлагает всем, кто страдает от нарушений сна, хронического стресса или депрессии, записаться к нему на прием в трав. Видишь, да, это? Тут нет ничего. Когда смотришь... Через стекло. Что-то красное. А, это то же самое, да? Типа полка, стреляешь в пол. Ну, поехали. Он меня еще не видел. А теперь видел. Кого? Ты что удумал там? Да иди ты в сраку нахрен от меня. Мать твою за ногу. Тут он не появится, типа как безопасной зоны же нет. Охренеть, блин. После этого мне говорят, да не, это вообще не страшная игра. Ага. Иди, блин, сам поиграй. Я посмотрю, как тебе не будет страшно. Отлично. Так. Подожди-ка. По-моему, тут вот так, да, можно было сделать. Так. Держись. Не падай. Ага. Да-да-да. Угу. И что ты мне сделаешь? Ни хрена себе, блин. Жесть. Блин, далеко у меня это все сохранение. Вот уроды, а. Ну это ладно, это хоть не так далеко. В принципе. Блин, жаль, трели сломано.
Тут больше ничего не было. Вроде, да? Вроде да. Подожди, что там было? Так. Подожди, тут ее может как-то починить, правильно? Турель сломана. Починить? А, нет, это чтобы взломать, а починить нужно ремонт второй, блин. Надо будет ремонт прокачать. Привет. Сука. Мышь, мразь. Я не помню, я это прокачивал, нет? Кафу обновлен. Ты чё такое, мать твою? Я, блин, настолько стрёмно, что я нахрен в реальной жизни не дышу. Ты охренел, блин, там что ли? Где же ты, блин? Чего? Мать твою, он неизвестный. Он, сука, неизвестный. Понимаете, нет это? Только не иди сюда, я тебя прошу. Доброе утро, Талос. Внимание! Эксперименты с функциями администратора на рабочих станциях могут привести к удару электрическим током. При проблемах с доступом свяжитесь со службой безопасности. Где ты, мразь? Все, да? Девочка? Тут я. Говоришь, не убить тебя, да? Ну, привет. Здорово. Ладно, так. Подожди. Хорошо. Не хочешь так? Будем по-другому. Сейчас, блядь. Сейчас мы с ним потанцуем. Да, все, умри. Нет, не канифоль мне тут мозги. Поехали. Угу. Помню, тут где-то был баллон, да, вроде. Так, сейчас сохранимся, давай. Сохранить игру. Талос 1, загрузить. Угу. Так, где тут баллон был? Где-то был баллон, помнишь? Вон баллон. Давай, сука. Мышь брать. Все. Ну. Девочка, да? Девочка. Девочка, да? Девочка. Сука. Пол хп. Окей. Сейчас то же самое, только с накопленным этим МСИ или как вот там СМИ. Вообще похер, короче. Сейчас ничего, сейчас все будет нормально. Сейчас, блядь, посмотрим, как эта девочка будет танцевать. Угу. Давай. Че, нормально тебе? Нормально? Ничего не пригорает?
Получается, идет там, да? Тут ты не пойдешь? Трель сломана. Так. Давай попробуем. Быстрее. Все, да. Все. Девочка, блядь. Я же говорил, я его. Нормально все. Труп. Ага. Антирад. Добрый день. Контейнер для токсичных отходов. Инъектор. Орган тифона. Угу. Так, давай-ка сейчас хилку завязаем. Блин, одна хилка. Давай. Да. Вот это вот сейчас. Раз-два. Раз-два. И хорошо. На 69%. Так, тут еще один где-то был. Помнишь, да? Черный такой. А где второй-то? Так, тут кому-то надо будет помочь, окей. Угу. Системное оповещение. Необходим ремонт. Угу. Квалифицированным инженером. Сейчас тебе будет ремонт. Я только что одного уже отремонтировал. Уит, пожалуйста, пожалуйста, и чего? Уит, пожалуйста, пожалуйста, и пироженка. Почини медоператора, который сидит на твоем столе. Голд Крест. Не, видел, да, такой? Пришел он тут. Где ты, блядь? Тут я, ёпт. Сейчас я тебе покажу, где я. Доброе утро, Талос. Внимание! Эксперименты с функциями администратора на рабочих станциях могут привести к удару электрическим током. При проблемах с доступом свяжитесь со службой безопасности. Гарфилд Гентли. Типа я его баллоном убил, что ли? Лол. Нормально так. Играем, пацаны. Да, он в катке. Проверяй. Так, Густав Лейтнер. У пациента диагностирован не мелкоклеточный рак легкого. До перевода в транслятор навыков пациента не указал в заявлении никаких заболеваний. Немедленно свяжитесь с пациентом, если он все-таки наталос один. Как можно скорее отправьте его в травмпункт. Угу. Отходов. Что такое? Так. Белый шум. Угу. Что такое эти ТРЖ аптечки? О, а вот это уже круто. Пароль не найден. Так. Пароль не найден, да, говоришь? Так, тут нету. Угу. Ну что, сейчас найдем. Чашка Петри с образцом. Так. Привет, контейнер. Угу. Здравствуй, здравствуй, Новый год. Что такое инъектор? Для чего нужен этот инъектор? Ну-ка, давай посмотрим. А, что это вообще такое? Устанавливает 48 пси энергия. А, вот оно что. 96 хп. 96 хп. Вентилятор. Угу. Контейнер с таблетками, который ликвидирует накопленную дозу радиации и избавляет от лучевой болезни. Ого. Это хорошо. Сгоревшая плата. Это что такое?
Лютер Глаз. Что такое? Что, ЭМИ? Заряд? О, нейромод. Нейромод. Так, сейчас, подожди. А я могу переложить? Например. О, нормально. Давай, давай. Брей. Сейчас нейромод используем. Угу. Так, говоришь, мне нужен... А, так мы же... Во, ремонт мы уже качаем, получается. Нужно два нейромода, да? А, четыре нейромода, чтобы прокачать ремонт 2. Повреждение костюма. Используйте набор для ремонта костюма или обратитесь к инженеру... инженер-оператору. А у меня есть он, набор для ремонта костюма? Есть, отлично, давай. Вот. Костюм отремонтирован. Супер. Я, знаешь, что думаю? Может, сейчас вернуться, да? А, этот. С мало пси-энергии. Да похеру мне на пси-энергию. Короче, сейчас, наверное, вернусь. Солью все ненужные эти инструменты, детали. Переработаю, точнее. Вот, и пойдем обратно сейчас сюда. Так, переместить хлам. Чи, ты куда? Верни мне материю мою. Да-да, что-то я... А, у меня всего 7 патронов. Блин, вот это обидно. Так, говоришь... Да, 9. О, патроны. Ой, а можно мне побольше патронов, пожалуйста? И аптечек. Ага. Ага, уже сделать нельзя, да? Ты чего не хватает? Красной хрень какой-то нет. А что это такое? А, это вот эта вот хрень. Ну давай вот это сейчас закинем, да и все, погоди. Там сколько ее надо? Одна штука. У меня 5 пистолетов или... Подождите, у меня 5 пистолетов, серьезно? Моя вообще 8, без модификации 8. А... Улучшить. Боевая мощь. Нормально. Дальность. Давай, почему нет? А, так вот для чего, да, нужны эти? Набор для оружия. Удалить из избранного? Нет. Подожди. Сортировка. А почему тут, например, 2, а тут 5? Что это значит? Типа костюма. Так. Шламитель. 4, 7, 5, 4, 1 и 5. Блин, мне кажется, вот этих типа двое, да? Нет? Ну-ка, а как их выбросить? Подожди. Выбросить на X. Шокер-ошеломитель. Использовать меню выбросить. Ну-ка. Тоже один, да? Окей. Хорошо. Давай-ка вот этот вот шокер мы закинем. Утилизатор. Так, что вот эта коробка? Ага, с патронами. Банан. Это что такое? Батарея для ошеломителя. Ага. Заливные угри.
угря. Да, вот это закинем. Все, в принципе, мне кажется, нормально. Пластик, минерала. Что там, говоришь, не хватает? То есть даже так не хватает. Серьезно? Странно. А да, вот этого херанем. Чего мне, в принципе, не нужно. Даже теперь нет, да? Блин, ладно, хрен с ним. Пойдем, а то мы сейчас так полгода тут будем бегать. Энергии 20 штук. Пистолет с глушителем. Поехали. Так. Чашка. Угу. Пароль. Да-да-да. Тут мы уже все осмотрели. Сейчас из вот этого заберем. Это что такое? М-заряд. М-заряд создает мощный импульс электромагнитной энергии. Он особенно эффективен против роботов, троллей и других субъектов, использующих электричество. Ага, заряд можно бросать или прикреплять к неподвижным объектам с помощью ЛКМ. Отлично. Ну и отлично, чё. Очень даже хорошо. Да-да-да, сейчас я к тебе подойду и заткну тебя. Так. Гектор. Так нет ничего. Угу. Тревор Джерард Янг. Контроль разума. И чё? Объект выглядит расстроенным, подозрительным. Неясно, в какой мере его поведение обусловлено инцидентом, а в какой удалением нейромодов. Рекомендую продолжать наблюдение. Матиас Коль. Угу. Так, ну тут вроде все нормально по показаниям. Так не вздумай заходить туда. Крабкаться. Эй, мыть. Или как там тебя? Интересно, их как-то можно? Использован PC-инжектор. А. Смотри, смотри, смотри. Рик, дневник, 7324, или Деврик, 7324, блин, ну я его открою дверь, да, типа, если напишу этот код, а можно его как-нибудь от этого контроля разума избавить? Я не хочу ему его убивать. Концентрация. Ломитель. Давай оставим. Может, потом как-нибудь научусь. Нахрен. Не хочу я человека убивать. Как-никак, это, можно сказать, единственный из тех, кто еще выжил вообще. Забыл. Угу. Так, ну чё. А думаю, может, на этом, может, закончим сегодня? Да, давай закончим на этом сегодня. Всем спасибо, кто смотрел этот стрим, ну и видео на YouTube, в принципе, потому что потом будет это пересдаваться на YouTube, вот. Всем спасибо, кто смотрел, подписывайтесь, ставьте лайки, ну а с вами был Нелапси, всем удачи, до новых встреч, пока-пока.